Сочи завершился международный фестиваль «Кивин-2020». Команда из Чувашии, сборная ЧГУ, прошла в телевизионную премьер-лигу на Первый канал. Эмоциями и впечатлениями участники поделились с нашей съемочной группой. В этом году «Кивин» выдался жестким, рассказывают ребята. В первом туре участвовали почти 500 команд. Несмотря на такое количество конкурентов, наша команда смогла пробиться в премьер-лигу. Ну и какие эмоции самые первые? Шоковое состояние. Да, я не поверил. Я пессимист в этом плане всегда. Мне за это всегда ругают. И я не верил до самого конца, что мы пример пойдем. Да. А потом все, ты сказали, что прошли. Первые 15 минут мы так сидели. Просто все молчат, и все такие в голове. В премьер, реально. Потом уже начали разговаривать. Как у любой КВНовской команды, у сборной ЧГУ свой стиль. Начинали как классическая команда, и потом просто начали добавлять какие-то изюминки, которые разбавили наше выступление, сделали его плотнее. Чисто по приколу мы добавили танцы. Это зашло зрителю здесь, Чувашия, и теперь это неизменная часть нашего выступления. Еще одна неотъемлемая часть выступления – шутки от Юли. То, что я девушка, не говорит о том, что мне все надо повторять по 3 раза. Мне вполне достаточно 2. Сейчас ребята активно готовятся к участию в премьер-лиге. Всех секретов не раскрывают, но говорят, что будет интересно. Всего в мартовской премьер-лиге встретятся 24 сильнейших КВН-команды страны. Богдана Дойникова, Павел Иритков, Республика.